И Ереван Хоггин шанс уже закрылся в зоне. Спас здесь сделал. И он отвертишь назад. Куда-нибудь партнера. Партнер не попадает. И можно убегать. Тарантову с галки. Берал на Рантову. Рантову нужно зарезать угол. Надо и сделать главный гол. Гол 3-1. Счет становится 3-1. Отличный проход от шестого номера команды Ереван. Саргиз Мекменян эту шайбу забрасывает. Как он мастерски убежал от игрока обороны. Как он мастерски положил вратаря и забросил такую маленькую щелочку размером шайбу.